Я знаю, кто ты такой. Правда? Я знаю точно, кто ты и откуда. На самом деле? Ты новенький из Сиэтла. Коммерческие жилищные займы. Откуда ты знаешь? Интуиция. Перри Гордон. Я работаю в той же сфере. Рад познакомиться. Гарольд Андерсон. Ходят слухи, что ты какой-то там крутой банкир с севера. У тебя такая куча рекомендательных писем. Не так уж и нехорошо. Не скромничай. Я имел удовольствие прочесть каждый из них. Кто это? Это Рита. Офис-менеджер. Это я ее устроил. Самое умное, что я когда-либо сделал. Она... Поздно, мой друг. Она моя. В сексе она очень шумная. Хорошо, что мы работаем в банке. В хранилище плотная дверь. Ничего не слышно. У нее есть подруга? Не знаю. Захочешь посетить ночные клубы, позвони мне. С удовольствием. Можно прямо сейчас? Ты шутишь? Нет. Сейчас 10 утра. Ты еще даже с боссом не виделся. Ну и что? С тобой не соскучишься. Спасибо, ты как? Мне уже не терпится. Послушай, мне нужно трахнуться. Причем как можно скорее. Я очень возбужден. Это я уже понял. Андерсон? Да, сэр. Я ждал вас. Меня зовут Дон Фиск. Проходите. Доброе утро, мистер Фиск. Пока Британия будет вести прежнюю налоговую политику. Итак, я вижу, что вас не надо ставить в курс дела. Она ничего. Это Рита, наш офис-менеджер, она моя. Мы с ней каждую неделю ездим в Скоттсдейл. У меня там дом. Кстати, можете пользоваться, если хотите. Ритой? Домом. Спасибо. Вы знаете... Я никогда не видел сразу столько блестящих рекомендаций. Я даже подумал, что вы сами их написали. Скоро откроется вакансия вице-президента. Я думаю, вам это интересно. Да нет, не совсем. Не прибедняйтесь, Андерсон. Человеку свойственно честолюбие. Подумайте об этом. А сейчас... Добро пожаловать. Спасибо. У нас отличная команда, первоклассные специалисты. За исключением Перри. Он еще тот пройдоха. Только забавами гоняется, а работу не делает. Терпеть не могу таких. Теперь буду знать.